Знаете, что сводит меня с ума в сетевом маркетинге? Нытики. Эти люди, которые уже в сети и решили стать предпринимателями в сетевом маркетинге. И как только они все это получают, то сразу начинают жаловаться. Они начинают жаловаться на своих спонсоров, что те недостаточно для них делают. На продукт, не те ингредиенты. Начинают жаловаться на тренинг. Начинают жаловаться на поддержку компании. Начинают жаловаться на перевод. Они начинают жаловаться на все. Когда вы начали заниматься сетевым маркетингом, вы стали предпринимателем. Ваша работа – решать проблемы, а не создавать их для других людей. Вы хотите быть в лагере для нытиков? Вы хотите постоянно жаловаться, скулить и стонать? Тогда идите, найдите себе работу. Идите в любое другое место. Это место не для вас. Но если вы готовы расстаться со своим нытьем, со своими жалобами, со своим ворчанием и стонами и стать изобретателем, решающим проблемы, дальновидным, позитивным и влиятельным человеком, который внутри вас, тогда сетевой маркетинг для вас. Сетевой маркетинг – это ваша возможность натренировать предпринимательские мускулы. Отпустите нытье и сделайте шаг навстречу вашему величию. Вы будете рады, что сделали это.